Друзья, послушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи великого Александра Сергеевича Пушкина. Композиция называется «Давно об ней воспоминания княгини Голицыной». Музыка исполнения Самуила Фрумовича из цикла «Жившая поэзия». Давно в ней воспоминание нашу в сердечной глубине. Отрадой долго было мне ее минутное внимание. Отрадой долго было мне, твердил я стих обворожённый. Мой стих уныния, звук живой, так мило ею повторенный, замеченный ее душой. Вновь лили слез и тайной муки она с участием вняла. И мне передала свои пленительные звуки. Довольно в гордости моей я мыслить буду с умилением. Я славой был обязан ей, а может быть, и вдохновением я славой был обязан ей, а может быть, и вдохновением. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович, музыкальная композиция «Экспромт». Давно об ней воспоминания. Стихи Александра Сергеевича.